каким заряженным настроением юные жители Химок пришли на экскурсию в баскетбольный центр. Первым делом ребят познакомили с музейной экспозицией «Слава химкинского спорта». Город Химки, городской округ считается каким городом? Спорта, совершенно верно. На стенде фотографии чемпионов и призеров Олимпийских игр, которые прославили Химки. В музее представлены и личные вещи этих знаменитых спортсменов. Большой труд, колоссальный. Поэтому это настоящие герои. Ребята узнали, как выглядит баскетбольный центр изнутри. Внимание школьников, конечно, привлекла тренерская. Тренеры собираются у себя в кабинете, рассматривают соперников, делают анализ игры предстоящего соперника и потом уже рассказывают игрокам. Впереди юных химчан ждала самая интересная часть встречи. Экскурсия продолжилась на паркете баскетбольного центра. Здесь школьники побывали на тренировке команды «Химки Пауэр». В этот раз в главном спортивном сооружении городского округа ученики 4-х классов школы «Триумф». В нашей школе также присутствует секция по баскетболу, активно развивается, поэтому для нас это актуально. И когда было сказано, что мы идем именно на баскетбольный центр нашего города, ребята были в восторге, они интересовались, куда мы пойдем, а что мы увидим, а будем мы с ребятами общаться, то ждали с нетерпением, конечно. Почти каждый школьник занимается тем или иным видом спорта. Например, 4-классник Марк Сергеев уже год осваивает навыки баскетбольной игры. Поэтому эта встреча для мальчика была особенно интересна. Баскетбол, наверное, потому что меня друг затянул. Сначала он начал заниматься, потом я. Что сегодня узнал? Ну, то, что 4-й номер занят. Ну, вообще все новое узнал. Мне все очень понравилось. Эмоции у меня не передать словами. Здесь же, в пресс-холле баскетбольного центра, встреча продолжилась в формате диалога. Ребята задавали вопросы, которые связаны с именитыми командами и их игроками «Химок». Я говорю: детки, расскажите, пожалуйста, кто занимается спортом? Не поверите, руку практически подняли все. Практически. Это о чем говорит? Что администрация, совет депутатов уделяет очень правильное и большое внимание именно, чтобы дети занимались спортом. Такие экскурсии в Химках для детей разных возрастов проводят регулярно, особенно в период летних каникул. Школьники посещают спортивные объекты и культурные учреждения. Анастасия Кравцовская, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.